однажды некто Стэнвей, да, черный господин о трех ногах. Лев Николаевич, успокойтесь, Бог. Ну что ж вы? Ну хорошо, хорошо. Афроамериканский господин о трех ногах, прячась в кустах, собрал несколько солистов ряни, перекинувшись парой фраз, и склоняет их к переезду в Брюссир. Да, в это время ничего не подозревающий, управляющий оркестром губернатора, ученик самого Каца, Сергей Оселков, по прозвищу Александр Великий! Филя! Почему Александр Великий? Он Сергей Анатольевич! Потому что вы же сами сказали, это современная драматургия, это же для хайпа, для пафоса! Ну, для хайпа и пафоса сказал бы Дмитрий Анатольевич Оселков! И лучше Владимир Владимирович! Генерал Оселков! Генерал Оселков, хорошо. Готовил стратегическую ультразвуковую систему поражения зрителя РГСО-1 к запуску! Не подозревая о подрывной деятельности Стэнвэя, но благодаря бдительности одного эстета... Тихо, спокойно, Илья Дубровский. Эстеты, это ко мне. Хотя подожди, почему благодаря одному? Четырем. Да? Благодаря четырем эстетам. Так сказать, квартету эстетов шпиона смогли вычислить. И, как говорят итальянцы, остинато его в три баяна. Ларисы Голиковой и Елены Братковой была вызвана полиция. Так что, братцы рязанцы, все бы закончилось хорошо, но финальным неожиданно... Добрый вечер! Господа, она дувала. Да, присоединяемся. Да, так сказать, докажем этой молодежи, что к нам не зарастет народная тропа. Господа, мы давно уже всем все доказали. К тому же мне пора. Куда? Куда? На озеро. Купаться. Купаться. Ах, это колдовское озеро. Мы с вами, Антон! Мы с вами! Напомню чудное мгновение. Купались в озере они, как мимолетное видение. Как гений чистой красоты.